Вопросам патриотического воспитания в последнее время уделяется огромное внимание. Тематические занятия проходят для школьников и студентов. Так, накануне на базе Ленинградского социально-педагогического колледжа прошла научно-практическая конференция. Тема «Патриотизм российской молодежи, традиции и современность». Со студентами педколледжа, будущими преподавателями и учителями встретились представители Совета ветеранов, Департамента молодежной политики края, заместитель главы района Галина Кравченко, атаман Уманского районного казачьего общества, директор педколледжа Владимир Бауэр и иерей Константин Мальцев. В первой части конференции приглашенные гости в актовом зале поприветствовали собравшихся и обсудили задачи конференции. Во всех муниципальных образованиях это будут проходить рабочие конференции. Поэтому хотелось бы, чтобы вы в своей рабочей обстановке сегодня, на сегодняшний день, может быть, перенесли какое-то новое видение по военно-патриотическому воспитанию, гражданскому воспитанию. Мнение каждого из вас очень для нас важно. Именно в этом учебном заведении мы, наверное, должны обсуждать эти вопросы. Вопросы гражданской позиции нашего подрастающего поколения. И вы, как будущие педагоги, должны сегодня получать возможность пообщаться друг с другом, чтобы, может быть, пересмотреть или выработать какие-то новые концепции, новые представления о военно-патриотическом воспитании. В ходе встречи студентам рассказали о работающей в колледже программе духовно-нравственного воспитания студентов, приоритетом которой является воспитание патриотизма и семейных ценностей. Для студентов с показательными выступлениями на сцене выступили ребята военно-исторического казачьего клуба «Уманская сотня». Клуб «Уманская сотня» активно занимается физическим воспитанием юношей, познанием истории. На это нацелена работа с молодежью всего Уманского казачьего общества. После студенты разошлись по аудиториям, где приглашенные гости в форме диалога общались с ребятами. Атаман Уманского районного казачьего общества общался со студентами о том, как обстоят сегодня дела в плане воспитания казачьей молодежи. Руководство военных частей, где служат казаки, очень довольны. Потому что это наиболее подготовленные к военной службе молодые люди. Они уже знают, что такое автомат, знают, как его собрать, разобрать, знают основы стрелковой подготовки, умеют владеть холодным оружием. То есть все то, чему мы учим в наших казачьих обществах, в наших спортивных клубах. Ленинградский педколледж активно сотрудничает с районным казачьим обществом. Казаки – частые гости здесь. В колледже создан военно-патриотический клуб «Слава Отечеству», а в базовой школе 55 ребят обучаются в двух казачьих классах. В аудитории по соседству со студентами говорил настоятель храма часовни новомучеников и исповедников российских Константин Мальцев. Вместе с ребятами иерей затронул тему нравственности и семейных ценностей. Дети, они очень сплачивают и дают возможность где-то остановиться. Понимаете, разные жизненные обстоятельства, их можно десятки рассказать, какие бывают, как пример. Но вера и дети – это два фундаментальных, как духовные составляющие, ради чего мы создаем семью и умножаем. Всего для студентов свои двери открыли 5 аудиторий, где можно было получить ответы на интересующие вопросы, послушать и пообщаться с гостями конференции на актуальные сегодня вопросы, касающиеся истории, патриотизма, нравственных ценностей, вектора развития молодежной политики на Кубани. Каждому современному человеку сегодня важно понимать и быть неравнодушным к событиям в стране и в мире.